Я вас всех категорически приветствую, меня зовут Владимир, и вы на канале 90 Retro Games. Канал посвящен ретро-играм и всему, что с этим связано. По уже сложившейся традиции я как всегда не с пустыми руками, а вот с этим прикольным картриджем. Но картридж этот непростой, картридж этот самодельный. Я столкнулся с ситуацией, когда какого-то картриджа не хватает, но очень хотелось бы его в коллекцию, а лицензионные стоят очень дорого. И столкнулся с ситуацией, когда есть куча моих платок, но корпусов к ним нет, и игра превращается в убогое издевательство над своими пальцами и над своей консолью. Я думаю, можно легко исправить эту ситуацию. Я задался целью и собрал всю информацию воедино. Есть несколько вариантов, как сделать свой картридж. От банального его купить до самого интересного. А именно, найти корпус, наклейку и болтики, чтобы прямо вообще был огонь. А также, еще более интересный вариант, создать картридж с нуля. Интересно? Сейчас расскажу поподробней. Поехали! Ну, во-первых, можно купить готовый картридж лицензионный в специальных группах ВК или там на тематических всяких форумах, на eBay и прочее. Это самый дорогой вариант. Второй вариант, самый дешевый. Купить картридж на AliExpress. Есть несколько проверенных продавцов. Я покажу, какие они предоставляют картриджи к продаже. Ну, их качество и как они выглядят. Для проверки я заказал самые дешевые картриджи с AliExpress. В европейском и японском корпусе. На текущий момент стоимость составляет 372 рубля с бесплатной доставкой. И не стоит ожидать чуда, картриджи в дешевом корпусе со всеми вытекающими последствиями. По корпусу бывают выступающие части и неровности. В европейской версии картриджа сзади отсутствует возможность закрутить болтики. Соответственно, из-за этого платка внутри корпуса болтается. Если вы будете заказывать данные картриджи, вполне сойдут для игры. Судя по тому, как на них нанесены наклейки, происходит этот процесс очень быстро, и никто прям сильно за качеством не следит. В версиях картриджа, которые сделаны под японские, болтики штатные, блестящие, крестовинка невзрачная и вообще на самом деле портящий вид, поэтому я их заменил на более подходящие. На самом деле большого страху нет, болтающиеся платки внутри корпуса, там где нет возможности закрутить болтики, можно зафиксировать на суперклей. А те, которые с болтиками, можно затянуть потуже. Все выступающие неровности можно, как говорится, доработать напильником. Платы внутри абсолютно одинаковые. Единственное, встречаются разные чипы памяти. Предполагаю, что из чего есть на текущий момент, из того и собирают. Что касается покупки такого самого дешевого корпуса отдельно, на данный момент у проверенного продавца товар разобрали, но Али тут же предлагает другие похожие варианты. Продолжим наш обзор с более качественными картриджами, а также с более качественными с логотипом Sega. Не останутся без внимания золотые картриджи, а также полупрозрачные цветные. Не отключайтесь и оставайтесь с нами, впереди много интересного! Дабы наконец спустя столько лет начать нормально играть, разобрать этот хаос и привести все в порядок, а также придать своим картриджам былой лоск, был выбран этот тип корпуса. И выбран он по нескольким причинам. Во-первых, лот имеет количество 10 штук. Во-вторых, по стоимости это отличное соотношение цена-качество. Так как у меня платок достаточно много, был выбран этот вариант. Особо радует качество исполнения. И вот таких вот два замечательных болтика в комплекте каждому. Без сомнения, особую индивидуальность картриджу придает полупрозрачный цветной корпус. Вдобавок ко всему можно удачно подобрать цвет самого картриджа и его наклейки. В дополнение можно сказать, что через него приятно просвечивается платка. Но присутствует пара очевидных эстетических минусов.
Первый. Размер окошка под наклейку нестандартный, с каждой стороны больше примерно на 0,5 сантиметра. И болтики. Ужасные болтики под крестовую отвертку, которые, на мой взгляд, сюда абсолютно не подходят. При заказе лота из 10 штучек, одна штучка выходит 222 рубля. Можно этого продавца купить отдельно, но получается дороже. Себе заказывал лот из 10 штук, в комментарии к заказу попросил продавца положить разные расцветки, что он для меня любезно и сделал. Скажу откровенно, повышенный интерес у меня вызывал картридж, сделанный под золото. Однако, вдобавок к недостаткам, которые были у прошлых цветных картриджей, здесь есть еще один. Излишне маркая поверхность. При обращении с ними идеально помогает салфетка для оптики или очков. На данный момент у проверенного мной продавца их нет, но при нажатии на ссылку Али с радостью предложит альтернативу. И, на мой взгляд, идеальный корпус картриджа с надписью Sega, собрано в США. Продается поштучно, на данный момент, с учетом купона, будет стоить 234 рубля 28 копеек. Однако есть один минус. Болтики, идущие в комплекте, картриджу не подходят и в нем не фиксируются. Что не картридж, что болтики, что не картридж, что болтики. Пора уже нам о них рассказать. 1000 штук за 790 рублей. Остальные цены мне показывать стыдно. Пусть их продавец сам показывает. Если интересно, заходим по ссылке. Специальную отвертку нашел у другого продавца. Причем двухстороннюю. Выходит дешевле, чем брать там же, где продаются болтики. Самый интересный, на мой взгляд, вариант – сделать картридж самому. Да-да, вы не ослышались. Ну, не прям с нуля, а купить корпус, купить болтики, купить перезаписываемую плату и программатор. Программатор пришел надежно упакованным, в антистатическом пакете и с одной платкой, для того, чтобы можно было сразу его проверить и записать игру. Причем в нашем случае программировать не придется. На всю операцию уходит не больше пары минут, и выполняется она буквально в пару кликов мышью. В комплекте также идет USB кабель с выходом на мини-USB для подключения к компьютеру. Для работы с программатором используется утилита Sega Flash Kit, версия 1.0. Все ссылки, в том числе на эту программу, будут в описании под видео. Подключаем к компьютеру, ставим картридж. На всякий случай нужно зайти в управление компьютера в диспетчер устройств, для того, чтобы посмотреть, какой компорт заняло устройство. При первом запуске программа может его спросить. У меня это третий. Запускаем программу. Кнопка «Картинфо» выводит информацию о подключенном порте, игре и объеме памяти. Кнопка «Ретром» позволяет прочитать текущую плату в устройстве. Кнопка «Райтром» позволяет выбрать файл игры с последующей записью на картридж. Происходит стирание, запись и верификация. После надписи «Ок» можно нажать кнопку «Картинфо» еще раз и убедиться, что картридж записан. Ну все, можно ставить приставку и играть. Продается это полезное устройство почти за 3000 рублей с бесплатной доставкой. Продавец предлагает не только перезаписываемые платы с 4 мегабайтами памяти, но и перезаписываемые платки с батарейкой. Скажу сразу откровенно, с картриджами с батарейкой я не заморачивался. Но думаю, что особых каких-то кардинальных отличий от того, что я сейчас продемонстрировал, нет. Однажды на Авито мне удалось рвать вот такое вот произведение искусства. На данный момент продавец, у которого я ее покупал, не продает. Но если найдете нечто подобное, совместимое с Sega Flash Kit версии 1.0, можете смело брать. Ну и, собственно, заморочиться наклейкой. Либо заказать ее в типографии, где печатают это дело, заморочившись размерами, типом материала и так далее. Либо, к примеру, обратиться к человеку, который к этому подходит с душой. Расскажу о своем личном опыте. Этому картриджу суждено быть разыгранным среди тех, кто оставит комментарий под этим видео. А пока я его собираю для вас, я расскажу, как появились стикеры на моих картриджах, которые в этом ролике. Дело в том, что вариант с типографией разбирал, смотрел, я не помню уже подробностей,
там в стоимость все включено. И зарплата, и налоги, и на пиво. Получился такой ценник, что я решил поискать что-нибудь еще. Либо даже купить себе принтер со специальной клеящейся бумагой. Но вот, к сожалению, в силу своих специфических обстоятельств, я вынужден был поискать варианты еще. И я их нашел. Я нашел группу ВК, ссылочка будет в описании. И админ группы Александр, с которым я связался, помог мне в решении моего вопроса. Причем помог со знанием дела, со всей скрупулезностью и ответственностью. Отрезаем вот отсюда немножко бумажки, примерно 5 миллиметров, 10 миллиметров нормально будет. И вот она погнута вот так вот. То есть ее ставишь смело вот так вот. Выставляешь зазоры сверху и с боков одинаковые. Ай-яй-яй, еще пока не приклеивайся. В общем, сильно вот тот угол не прижимаешь, который отклеен. В общем, выставляешь более-менее ровно. Вот типа того, и теперь приклеиваешь этот край. Вот. Открыл, бумажку убрал. Разгладил. Все, зазор тут, тут и тут везде одинаковый. Все. Верхушку загибаем. И зазор примерно и здесь тоже такой же. Все готово. Что ж, считаю отличный результат. Ссылочку на YouTube канал Александра оставлю в описании. Будет полезно, так как там есть более подробная инструкция. Упаковано тоже было мега надежно. Думаю, что с такой упаковкой даже хрустальная ваза доехала бы без происшествий. Пользуясь случаем, решил сравнить один из результатов с оригиналом. Конечно, есть небольшое отличие, но это если сравнивать и приглядываться. Обязательно оставь комментарий под этим роликом. Всем пока!